Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы находимся с вами в Bali Collection. Это зона ресторанов, магазинов, спа, где обычно свое время проводят клиенты многочисленных отелей Nusa Dua. Здесь, конечно, всегда шумно и многолюдно, но, как мы с вами понимаем, к сожалению, не сейчас. Мы немного прогулялись по Bali Collection и посмотрели, какие из магазинов открыты, а какие закрыты. Да-да, вы не ослышались, некоторые магазины начали свою работу, а кто-то перешел в онлайн-режим со своими покупателями. К сожалению, конечно, число открытых магазинов очень и очень маленькое. Но, тем не менее, даже те, что уже открыты, говорят о том, что покупатели есть, хотя их совсем мало. Мы зашли вот в этот вот магазин спортивной одежды и поговорили с продавцом, который сказал, что покупатели приходят, но их пока еще очень мало. То же самое нам сказали и в аптеке, куда мы зашли купить воды. Покупателей иногда бывает меньше, чем 5 человек, но продажи сделать нужно, поэтому практически везде висят такие постеры о сейлах. Ну и, конечно же, остров напоминает о том, что он вас ждет.